То, что сейчас законодательством увеличен материнский капитал, это точно поможет увеличить демографию в стране. Потому что молодым мамам будет проще растить детишек, проще, уже не так будет много расходов. Потому что каждая мама знает, что когда рождается ребенок, огромное количество расходов, и некоторые семьи даже думают, а заводить ли второго ребеночка нам или третьего ребенка, когда это огромные расходы. Поэтому, если государство помогает, то, конечно же, я уверена, что молодые семьи захотят иметь побольше детишек, потому что среди моих знакомых очень много кто хотят иметь большую семью, много детей, но они не могут из-за финансовых каких-то затрат, и поэтому думают, нужен ли еще один ребенок, не нужен. А когда сейчас будет увеличен материнский капитал, то, я думаю, это однозначно увеличит демографию в нашей стране. Это очень хорошо, потому что наша страна будет расти. Это отлично. Семья – это прекрасно, это основа основ. Я думаю, что еще наше государство должно все-таки обратить внимание на ипотеки для молодых семей. Возможно, уменьшить проценты, сделать какой-то минимальный процент, потому что, когда растет семья, нужна жилплощадь для семьи. И, на мой взгляд, это очень серьезная проблема, над которой государство наше должно задуматься.